Я за любой кипиш, за любые турпоездки с любыми платежными системами. У меня есть и Visa, и MasterCard. Если появится национальная, без проблем перейду на нее. Главное, чтобы она была, я не знаю, правильное ли слово, свободно конвертируемая платежная система, то есть я мог уехать за границу и пользоваться ей. Если она будет достойная замена MasterCard и Visa, то почему бы нет? Мы же уже создали достойные замены айфоном, достойные замены этим GPS-навигатором. Мы все это создали, осталось только, чтобы это заработало нормально. Поэтому если создадут, то окей, буду пользоваться без проблем.